from gangsters. Так, футбольные прямочки. Вагнер, хороший пас. Мяч штрафной, это опасная ситуация. Будет ли гол? Удар поворотами, и это гол! ЦСКА выходит вперед. Удар Загоева под опорную ногу голкиперу. Пельцов все-таки, видимо, ждал удара в дальний угол. А хитрец Загоев пробил низом в угол. Кириченко. Вагнер. Пасует на Думбия. Думбия, там Муса параллельным курсом следует. 2-0. Быстро атаки не получилось. Загоев его встречает. Худобяк. А вот это здорово. Супер на Мусу. Выдернул Савельич. И Муса по флангу. Центр Игнашевич. Игнашевич вот так накидывает. Отличная передача. Нет, положение вне игры. 3-0. Игнашевич. Я бы засчитал это. Ну, во-первых, это точно голевой пас. Это точно голевой пас. Точно голевой. Получается так или иначе 3. По хоккейному их точно 3. В исполнении центрального защитника. Момент, удар, Герус на месте. А чем недовольны футболисты Анкары? Мяч остается в поле, смотрите-ка. И еще удар, еще нужен будет удар. Удар! Гол! Гол отнес Муса, вот это гол! Вот это голяк! Это Думбия. Думбия! Набирает скорость параллельным ходом. Пас. Нет, не вложил мяч в ногу Думбия. Вагнер против Тарасова. Очень легко разобрались. Ну это просто вдвоем, вдвоем. Не в угол, а... Ну а защитники «Зенита» проиграли борьбу. Ладыгин сыграл. Фонда с мячом. Еще один удар! И гол! Здорово! Не сильно, а точно в дальний угол. Причем во второй раз справа идет вдоль ворот и левой ногой посылает мяч в ворот. 1-0.